партнер рубрики «Выставка продажи текстиля» на Пермской ярмарке с 17 по 22 апреля. Добрый день! Вы устраиваетесь на новую работу и вам предлагают стать участником зарплатного проекта. Это может быть выгодно. Во-первых, участникам зарплатного проекта банки охотнее предоставляют кредит под более низкие ставки, чем остальным клиентам. А из документов просят только паспорт, ведь о вашей зарплате они и так все знают. Во-вторых, таким клиентам банки охотнее открывают овердрафт – возможность определенное время пользоваться деньгами банка на беспроцентных условиях. Ну и самое главное преимущество – пока вы являетесь участником зарплатного проекта, вы ничего не платите банку за обслуживание. Как только банк узнает о вашем увольнении, а это произойдет спустя пару месяцев, он сообщит вам о том, что теперь вы сами должны платить за обслуживание. Обычно банк предлагает таким клиентам какие-то дополнительные преимущества, но платить придется все равно. Это правило денег.